Вчера я снимала видео, где рассказывала, как приготовить вино из малины. Сегодня я вам хочу показать, как набухла моя перчатка с ночи на утро. Смотрите. Вот. Я, естественно, ее проткнула. Ну, пока сделала одну дырочку. По мере необходимости, если она уж сильно натянется, перчатка, я проделаю еще одну вторую дырочку. Ну, о чем это говорит? Что процесс идет правильно, что я все правильно приготовила. Если хотите получить такое же вино, можете все повторить за мной. Также можете в комментариях спросить. Кому интересно, более подробно расскажу детально, как приготовить такой напиток. Когда эта перчатка спадет, я ее сниму, а это будет признак того, что брожение уже остановилось, либо замедлилось. К этому времени у меня должен образоваться небольшой осадок, и напиток должен стать более прозрачный, ну, полупрозрачный, чем есть сейчас. Вот. Ну, я буду вам снимать дальше, что из этого получилось.